Активные, прыгучие, любознательные, а главное, милые и обаятельные. Так о своих питомцах отзывается Наталья Владимировна. У нее сразу 6 котов, 3 взрослых и 3 малыша, которые пару месяцев назад появились на свет. Ну давай. Эти зверьки редкой породы саванна. Наталья сразу взяла пару, чтобы были самочка и самец. Везли питомцев в Благовещенск из Америки и Европы. К новой семье пятнистые привыкли сразу. Так как был долгий перелет, и они соскучились по людям, то осваивались они очень быстро. То есть уже в машине они обнимались, уже на руках сидели. Дети, они везде дети, поэтому с ними очень интересно. И много энергии у них, конечно. Энергии у усатых действительно много, поэтому дома для котят хозяева установили множество различных приспособлений. Все для того, чтобы тем было где разгуляться. Саванны обладают высоким уровнем интеллекта, спокойным характером и любознательностью. Любят водные процедуры и прогулки на свежем воздухе. Мы идем гулять. Все, папа прибежал. И свое это, да, желание, то есть он уже показывает, что он готов идти на прогулку. Иди, давай, молодец. Вот так мы ходим гулять. Все, мы урчим, мы готовы, мы пошли гулять. А еще саванны преданы как собаки. Их нельзя оставлять другим людям, например, на время отпуска. Поэтому все свободное от работы время хозяйка посвящает любимым кошкам. Утром пока всех накормишь, уберешь, воды нальешь и ушла на работу. С работы пришла, то же самое, повторная процедура. Покормить, убрать. Ну, зато это удовольствие. Потом они рядом мурчат и поднимают настроение. Если говорить о стоимости этой породы, то это удовольствие не из дешевых. Цена одного котенка начинается от 70 тысяч рублей. Уход тоже обходится в копейку, ведь им нужны элитные корма и деликатесы. Когда мы уходим на работу, корм у них насыпанный, то есть в любой момент они могут подойти и покушать. А так сырое мясо, в основном курица, кролик, индейка, ну, консервы, иногда консервы. Все взложенные средства коты компенсируют победами на выставках и показах, хотя заводчица говорит, что приобретала их не ради медалей, а для души. А душу они ей радуют каждый день. Ростислав Азизов, Иван Сюмак, Первый областной канал.